Думба приготовлена. Жиспыс съеден. За хороший плов жиспыс с лучком и замечательным хлебом выпит. Масло налито и раскалено до нужной кондиции. Куски мяса, баранина и говядина заброшены и пережарены. И брошен лук, как говорил мой коллега по кафедре геофизики и великолепный повар, и умеющий готовить вкуснейший лук, первый враг плова – это лук. А первый друг плова – это масло, а второй друг – это мясо. Я помню такую поговорку. Самое вкусное в плове – это мясо.